Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Вместо подъема цен на проезд нужно вести переговоры с Москвой. В этом уверен руководитель кировского АТП Денис Пырлок. В программе «Дневной разворот» он рассказал об опыте других регионов, где чиновники не стали пытаться за счет пассажиров искать деньги на новый транспорт. Они получили средства от правительства России, прямо признав, что цены на проезд у них ниже экономически обоснованных. Чувашия, 1 миллиард, по-моему, 100 им дали ФКОВ, 1 миллиард, по-моему, 200 это Кострома. Хоть сколько-то бы нам дали, и то хорошо. Самое главное, за счет того, что автобусы, троллейбусы более новые, мы бы меньше средств тратили и на топливо, и на ремонт, обслуживание и так далее. Министерство транспорта зациклилось на программе БКД, по которой тоже можно было бы приобрести подвижной состав. БКД мы понимали еще в прошлом году, что мы не попадем. Ну, я, по крайней мере, точно понимал, но они забыли, что совершенно есть еще и другие программы, по которым можно обновить подвижной состав в регионе. Некоторые регионы вообще получают бесплатно почти новый транспорт, который поработал на столичных улицах. Так, например, обновляется парк в Нижнем Новгороде. В Кировской области рассчитывали найти деньги на транспорт, подняв цены на проезд, однако решили пока этого не делать, чтобы высокой стоимостью совсем не отпугнуть пассажиров. Программа «Экономика». Кировчане стали терять на IT-преступлениях в два раза больше денег. Ущерб от таких преступлений в прошлом году превысил 300 миллионов рублей, увеличившись за год в два раза, сообщает прокуратура Кировской области. И преступлений с использованием IT-технологий тоже стало больше в два раза. Правда, не за один год, а за два. В прошлом году их зарегистрировали более 5500. Теперь почти каждое третье преступление в регионе совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий. Более половины относятся к тяжким и особо тяжким составам. Способы заставить людей переводить деньги мошенникам есть разные. Недавно в Унинском районе женщина перевела неизвестным деньги с двух карт своего мужа, поверив сообщению в соцсети от своей знакомой, на самом деле отправленного с фейкового аккаунта. Якобы крупный банк проводил лотерею и дарил сертификаты на 5000 рублей. Чтобы их получить, нужно было сообщить реквизиты банковской карты. А директор городской аптеки в Кирово-Чепецке потеряла более 50 тысяч рублей, пытаясь приобрести в интернете перчатки, маски и бахилы. Экономика на 101 FM. Мода Групп в Кирове подала иск о банкротстве. Застройщик направил иск в арбитражный суд. Сумма исковых требований превышает 10 миллионов рублей, пишет БН Киров. Один из самых известных проектов Мода Групп в Кирове – комплекс «Европейские улочки», а также спорткомплекс Новоровского, где при строительстве из-за ветра рухнули стены. В 2019 году иск о банкротстве Мода подавала налоговая из-за долгов. Экономика. В завершение о валютах на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, курс евро 89.50. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.